Друзья, рады вас приветствовать. Сегодня мы с вами проведем розыгрыш не совсем обычной счастливой десятки, а именно розыгрыш итоговой счастливой десятки, в которой будет определен победитель и обладатель крутого аэробокса на крышу авто. Напоминаем, что в итоговом розыгрыше принимают участие все те, кто в 2016 году купил талончик, но не стал победителем. Условия, правила остаются те же. Мы копируем фамилии участников в специальное окно онлайн-программы «Рандом». Вставляем и перемешиваем. Друзья, фамилии перемешаны, и мы их пролистываем для того, чтобы вы могли убедиться в том, что ваша фамилия присутствует и вы являетесь участником розыгрыша. В 2016 году более 5000 человек приняло участие в розыгрышах «Счастливой десятки». Поэтому придется листать долго, но уверенно. Друзья, на самом деле придется листать очень долго, но мы это сделаем. Итак, наконец-то мы дошли до конца. Как видим, почти 5500 человек приняло участие в розыгрыше за все время в течение 2016 года. И теперь мы смело можем определить победителя. Для этого мы вводим количество участвовавших в 2016 году и определяем обладателя аэробокса. Ним становится участник под номером 1203. Думаю, назад мы так долго листать не будем и сделаем все намного проще. Итак, участник под номером 1203 по решению онлайн-программы «Рандом». И ним становится Стариков Юрий Николаевич. Поздравляем нашего счастливого итогового победителя и желаем вам всего хорошего. Участвуйте в новом 2017 году в счастливой десятке. Играйте и выигрывайте с автомаркетом «Автостиль».